Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня тестик очередного героя с 30-м прорывом. И самое интересное, с новым талантиком. Это будет у нас Роза, как я и обещал. Вот такая вот сборка будет. А потом мы протестируем сборочку. Такую же, только наоборот. Два раза она у нас оживать будет. Чем она хорошая? Она себя отхиливает. Наносит процентуальный урон от жизни, это тоже очень круто. Имеет иммунитет к стану и страху. Также уменьшает урон на 70%. То есть, по сути, реально она должна быть очень крутая. Давайте так. Давайте на нее ангела еще влепим, мало ли. То есть, вот такая вот сборка. В снаряге она у меня собрана на уклонение. Поехали. Новый талантик маскировка, я уже показывал не один раз, уже много героев протестил, показал вам, дает возможность, ничего себе, посмотрите, сейчас будем полчаса бежать, вот она включилась наконец-то, уйти в инвиз и увеличить свою атаку, то есть по сути это будет реально очень круто, сейчас вот смотрите, ее добьют немножко и она должна уйти по идее в инвиз. И по идее я должна. Ее пробить не могут даже. Надо добраться до Козма. Вот как раз у меня смотрителя нет. Видите, Козма миссает по уклонению. То есть, если уклонение нормально, у вас у героя будет. Космо не всегда будет срабатывать. Вот, видите, она ушла там в инвиз, и у нее увеличился урон и скорость атаки. Ну, что-то... Блин, этот Космо все нам портит. О, отлично, наконец-то мы добрались до Космо. Сейчас сольют землеройку. Должна Фрейя слить, отлично. Смотрим на Розу внимательно. То есть для нее этот талант будет реально очень крутым. Почему, в принципе, вы и так видите. Она держит, если там землеройку уже слили. Она себя отхиливает, она уходит в инвиз, она уменьшает урон по себе. То есть вот так вот Фрейя сейчас ее, я не знаю, там сможет пробить, не сможет. Плюс у меня нету смотрителя. То есть в этом плане реально талант для нее очень крутой. 4,5 секунды она себя на фул отхилит. Посмотрите. Что вы на это скажете? Вот для нее это нереально крутой, очень крутой талант. Давайте еще на кого-то нападем. Так, Роза. Вот давайте здесь попробуем. Ну, конечно, убить можно, как и любого героя. Видите, смотритель. Зеленый смотритель, она тоже зеленой фракции. Вот она ушла в инвиз. Отхилилась. И сказала до свидания, Лазули. Ну, слили. Вот так вот. То есть, если есть смотритель, все равно будут сливать. Никуда вы от этого не денетесь. Но есть свои плюсы, конечно же. Сборочка вот такая, которую я вам только что показал. Вроде и нормальная, но лучше все-таки оживу. Вы к оживе можете разные таланты поставить эмблемкой. Плюс у вас плюс один рез будет, видите, 1 300 000 у героя. Все, ее слили. Вот так вот. Вроде и, скажем так, неплохая сборка, но от смотрителя это не спасает. То есть 9-9, да, круто. Но лучше все-таки... Давайте поставим вот такой вот вариант, попробуем. Поехали еще в рейдик и побежим по локациям, посмотрим,
Тут два раза она жевать будет. Вот в этом весе, скажем так, соки плюс. И то, что она себя хилит сама, это тоже очень круто. Вот посмотрите, она резнулась. Точнее, не резнулась, ушла в инвиз, отхилилась. Вот опять ушла в инвиз, отхилилась. То есть от смотрителя нет. Был бы смотритель, он еще дополнительно давал бы отхил и сливал бы героя. То есть в этом плане на битве гильды я уже не раз показывал. Талантик действительно будет очень обалденный. Против разрухи. Ну, разруха тут не конкурент. Ничего себе. Смотрите, как вольт. Был и пропал. Ну, то есть для нее реально это круто. Даже если там подбивать будут, она будет все равно шатать. Плюс увеличенный урон. Поэтому там реально это круче, чем пак на героя получается. Вот смотритель ударил, все, ее слили. И тут уже ничего не спасет. Вариант только есть. Давайте еще один вариант. То есть, ну, такой вот вариант я вам показал. Делаем вот так и делаем выживание, сюда ставим. То есть у нас отхила по сути не будет, но у нас будет нормальный такой отхил. Так, есть. Битва гильдий. Поехали. Поехали с аренки начнем. Так, есть она у меня здесь. Так, ну тут хотелось бы найти, конечно, такую пачку, чтобы все вместе были. О, отлично. Все, видите, они побежали дальше. Значит, ее слили просто. И дали ей нормально ударить. Давайте еще разок. То есть, по сути, если не смотрели, посмотрите обзор СО. Там она лучше держится. Там урон выдерживает. Все, вот посмотрите. Сейчас вроде и круто, но сливают. А если СО будет, она будет намного, скажем так, универсальней. Так, давайте еще этого. Пробуем. То есть тут надо, вот отлично, по центру, значит, идем. Тут надо смотреть, что вы хотите. Конечно, если у вас будет будет эмблемка маскировки, это вам вполне хватит. То есть лучше эмблему СО плюс эмблему. Такой вариант, думаю, тоже протестим. Все, заблокировали, слили. То есть вариантов, к сожалению, никаких нет. Смотритель реально просто тупо сливает. Поэтому, какая бы у вас ни была прокачка, это вас не спасет. Так, идем дальше. Экспедиция. Ну, тут, я думаю, она будет сейчас их просто разбирать. Давайте первые эти пробежим быстренько. У меня тут такие герои, которые не особо дамажат по зданиям.
Ну, то есть у нее преимущество это то, что отхил процентуальный урон. Вот это как бы основной ее плюс. Остальное все, ну не знаю, лучше, конечно же, да, делать ей. Вот. Вот тут вот они ее. Рая вот отлично, видите, пробили ее вроде, она в инвизии, они ничего сделать не могут. Она себя отхилила. То есть в этом плане, конечно, это кайф. Вот именно маскировка, когда по локации очень много может подсолить. И на битве гильдии то же самое. То есть это одна из таких, один из нежданчиков, скажем так, может быть. Там еще эмблемка Бравлера у кого-то, смотрю. Дополнительный урон, вот они ее даже не пробивают. Судя по всему, разброс не дает зарядиться. Ну, то есть этого, в принципе, этой сборки и хватает. Видите, не дают зарядиться череп с разбросом, скорее всего. Ладно. А, там и стрелок есть. Неважно. А, поехали на ЗБшку. Вот, отлично, есть кто-то. Сейчас попробуем. Попробуем ее здесь во всей красе. Будет смотритель, у нас просто тупо снесет. И я больше чем уверен, что тут зеленый смотритель сейчас будет против нас заблочить. А, не, замесовал. Так, там. Воу-воу-воу-воу-воу. А, это ж эта пачка. Помните, я показывал вам эту пачку с этой? С мохнаткой. И все-таки Роза получше здесь выдержала, чем остальные. Да, мы против него воевали. Вот его Роза включилась. Асура просто жесткий. Но толку от этого никакого. Ладно, давайте обновим, обнулимся. Они, эти ее не пробивают, но не дают зарядиться. Смотр сейчас повыносит половину. Короче, вот так вот. Ну, не знаю. С одной стороны, реально очень прикольно. То есть для нее этот талант действительно кайфовый. Но опять же, эмблемка. Потому что эмблемкой у вас есть возможность еще что-то другое талантом поставить. Талантом ставить, не знаю, не вариант, мне кажется. Лучше все-таки эмблемой. Да и практически для всех героев лучше эмблемой поставить. Будет более интересен. Талантом больше возможностей. Ну, она их не убила. 30-й прорыв не смогла обычных там со второй ямы просто слить. То есть, видите, у нее получается дамага. Дамаг у нее будет только когда у нее снесут 70% жизни. То есть, вот так вот. То есть это тоже надо учитывать, что герой ваш, по сути, вроде и кайфовый, но если поставить уже Фрейя, там, Анубису, либо другому, он будет только домашним вариантом, когда у него жизни мало будет. Но за счет того, что у нее отхил есть, для нее это реально очень, очень интересный талантик. Универсальный, скажем так. И напакостить тоже может. Вот, а тут вот красный бравлер. Вот смотрите, вот сейчас вот она вышла в инвиз. Вот почему. Просто вопросов нет, ребят.
Вот почему для нее это будет круто. Это будет не всегда, то есть не надейтесь, что она всегда там будет дамажить. Но она реально разобрала пачку просто на изи. И причем пачку непростую. Тут опять слабенький. Вот так вот. В принципе, я же говорю, эмблемой ставить можно, плюс оживо будет самое то. Ставить талантом, ну, то есть надо подумать. Либо выживание ставить, вот с выживанием еще как вариант. Вот так вот показала я вам, в принципе, возможности ее. Пишите комменты, лайки, репостики. Не забывайте про конкурс. Всем удачи, всем пока.